Все-таки очень хочется поймать головля, поэтому отправился на старое место, где мы раньше постоянно ловили головлей. Прям хочу упор сделать на головля, ну и, конечно, порыбачу на удочку на одну, на червя, так, чтобы, ну, не скучно было. Всем привет, вы на канале Монах ТВ. Я уже две удочки забросил. Вот здесь и там вот. Не пойму. Течение. А, течением сносит, наверное, да. А, нет, поклевка. Ну и пока что затихло. Ладно, порыбачу на червя пока. О, у меня на правую кто-то долбит. Ну, уже интересно. Крючки, как обычно, крупные. Нужно ждать дольше. Клюет мелкий голавль. Будем ждать крупного. Ок, затон вот этот. Вот я здесь зимой первого своего голавля поймал на жерлицу, на живца. На карася все удивлены были. Видео набрало что-то там больше 500 000 просмотров. В самом начале моего творчества. Клюет, о, о, о. Сбил, наверное. Да, сбил. Вот такая вот поклевка. Даже головля самого не надо. Кайф. А я удочку разматывал как раз. Червя хотел забросить. Прощелкал. Но на такую наживку даже, может, и не я прощелкал. Сейчас вот побольше крючок поставил. Крючок нужен был покрупнее. Диману с Катей огромный привет и спасибо за наживку. Чувствую, оттянусь сегодня по головлю. Здесь опять кто-то клевал. Два раза ударил и затихло. Вряд ли он там сбил с большого крючка. Решил я пока на червя не пробовать рыбачить. Поставил вот еще личинку. Вот смотрите, как долбанул. Красота. Личинку майского жука поставил. Вот еще третью удочку. Хорошо долбит. Но, видимо, не крупный. Крупный бы заглотил. И сам подсекся. Обычно так это все и происходит. О, на личинку. Ну, подсядет. Сейчас вот вытащил, проверил. Личинка целая. Мелкий голавлик хулиганит. Затишье какое-то. Но я все-таки поставил с червем вот удочку. Тоже, кстати, прям такого бешеного клева не вижу. Раньше червя только забрось сразу поклевки. Я тут сижу уже минут 10. Вот сейчас начало только подергивать. И то так себе как-то вяленько. Эй, окушок. С пальчик. Окунь, что ли? Первая рыбеха за сегодня. Ладошечник. И червя опять. Поклевка. Походу опять окунь.
Поменьше. Такой пусть растет. А головлины и поклевки затихли. Видимо, вот выход был, мелкий покормился. Будем ждать крупного. Ух ты! По-моему, что-то есть. И сюда перешел вот на бушу. Там что-то поклевок нет. Думаю, здесь попробую. Головлик здесь всегда крутился раньше. Вот он, красавец. О, какой. Хороший. Ну сколько я? 5 минут, наверное, подождал. Ну, наконец-то, блин, я с головлем. Фух, отлично, кайфанул. Наверное, удочки там оставлю. А с одной здесь все-таки посижу еще. В общем, на то место пришла толпа детей купаться. И я ушел обратно на свое место, чтобы там не мешать им. Ну, здесь тишина. Поклевочка. Головлиная. Красивая. Но пока еще не заглотил. Но никак, что ли? Все никак не заглотит. Пытается. Опа. Еще один головлик. Да уходил, те удочки проверял. Там тишина. Пришел. Того, что слышал, позвякивал колокольчик. Пришел и решил проверить. Главный рыбак приехал. Там нет комаров, нет пока? Так, что-то 1-2. А тут поможет поблизости. Да есть у меня с собой. Айдай, все, айда, блин. Айда. На рыбалку? Ага. Ну правильно, что? Айда. Привет, Владос. Лучше ты видишь у меня. Что тебе показать рыбу? Покажи. Ну пошли. Положи пока все. О! Дима, ты какой ему помал? Щуку. Да не щука, это голавль. Ну да, это как щука. Ну как щука, но голавль. А ты будешь есть? Ну конечно. Кого поймал? Змею. Змею? Да. Зеленую? Да, это такая трава. Ага. Мелочь какая-нибудь, наверное. Смотри, у тебя что клюет вон там. Владик, у тебя там, смотри, тащит. А ты тут... Нет, подожди пока. Клёв прям так был хороший. Эх, сошла. Давай нового червяка насадь. Чё это такое, акушара? Здоровый. Вообще. О, блин, да смотри. Смотри какой, дед поймал. Скорее всего такой же клювал. У кого? А, ну может быть, да. О, какой. Нормально. Ну, пойдет. Где у тебя ведро-то? О, плотва. На тебе, Владик. Ну вот какой. Пойдет такой? Какой маленький.
А мне надо красные плесы отсюда такую. Че, запутал? Это клевало. Клевало? Да, у меня дёгла. У тебя тут прям плотно все. Надо это. У меня очень дёгла, сильно. Да? Нет, ты меня видел, как у меня дёгла? А? Все видели, все видели. А почему ты камеру не включил, когда... Когда у тебя клевал-то? Да. Ну, что-то я не успел. Влад, помнишь, я тебе говорил, ёжики? Вот, смотри, бешеный огурец. Так, а ну поставлю, потом попьёшься. Давай, надевай. Это базарец. Да я тебе сейчас рукава давай засучим. Сейчас. Вот так вот рукава, давай сейчас вот так завернем. Так. Вот такой у меня кука пасает. Да. Да загнул. Ох ты, блин, ох ты, блин. Да. Оттянул, как на килограмм. Ага. На. Ну что, вот такая вот сегодня отличная у меня рыбалка получилась. Я, если честно, очень доволен. Давно хотел головлиные поклевки увидеть хотя бы. А тут еще и пару головлей влетело, неплохих таких. Я все удочки уже собрал, вот одна осталась у меня здесь, на буше. Ну а вы подписывайтесь на мои каналы на YouTube, на Яндекс.Дзене. Будет много всего интересного. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока. Всем пока. Мы едем домой. Подписывайтесь на канал Монах ТВ. Подписывайтесь на канал ПАД. ПАД. Монах ТВ. Монах, скажи. Умеешь говорить? Нет. Нет? Ну ладно тогда. Все, поехали тогда. Все, мы поехали. Садок-то забыли. Вернулись. Ладно, еще вспомнил. Так вот, с мелким в торопях-то. Вот такой вот улов. Пойдет?